Всем привет, друзья! Сегодня покажу, как установить, где скачать. Объясню. Photoshop. Значит, у меня он уже скачан, архив. Ссылочки будут под видео. Ссылочка будет турбобита и ShareMods. То есть запасной будет не турбобитовская, а ShareMods. Скорость там скачки побыстрее. Так, Photoshop называется у нас вот так. Это просто, скажем так, чтобы выкладывать, не ругались. Немножко сократили его. То есть извлекаем его из архива, когда скачаете. Ссылки будут у вас. Покажу вам все там, как и что, если получится все правильно сделаете, то Photoshop будет рабочий, крепкий. Извините, что тут сижу чапкаю. Времени не хватает ни на что, поэтому приходится. Так, ну вот мы распаковали архив. Текстовый документ есть, присутствует. Так, сначала папка Adobe. Это вот эта папочка устанавливается. Потом патч. Потом пул. Так. Прочитайте. И начнем установочку. Вот сетап. Погнали. Устанавливаем с папочки через сетап. Так. Так, серийник он, наверное, попросит ввести. Ну, наверное. Пробную версию давайте поставим. Не факт, что как бы не факт, что так. Так, войти. Угу. Наверное, вот это убрать надо. Мне так кажется. 64 бита у меня система. То есть я вот убираю галочку. Здесь, ребята, вот если вы измените расположение, то есть так он автоматом идет C, программ файл, папочку Adobe, да? А если измените, то потом она не крякнется. Вот что я могу вам сказать. Потому что мы, по-моему, с ребятами пробовали устанавливать другие папки. Ну, что-то у нас не прокатило, короче. А если автоматом ставишь, как автоматом оно стоит в диске, там программ файл, папку Adobe, все регистрируется, крякается, все отлично, то есть все работает, как бы вот в спинке я тут пилю, там текстуры, там что-то переделаю, пользуюсь этим фотошопом, точно так же и как Витарган 177, как бы пользуюсь этим же как бы фотошопом, то есть вполне отличная рабочая версия. Без всяких проблем, там, регистрации. Все работает, все туда можно закачать, там, тексты, всякую ерунду. И все функционирует. Так, нажму, наверное, ребят, паузу. Сейчас вот оно подгрузится, потом чуть дальше включу снова. Так, ребята, ну, снова вот я паузу вырубил. Грубо. Можете внизу справа, вот у меня время на компьютере рабочий стол, по-моему, записывает. То есть времени заняло это грубо там минут 5, может 7. Это установочка. Так. Ну давай грузить тоже, господи. Что-то сиськи мнет и мнет. Надеюсь, что все у нас правильно там становится.
Забыл уже просто как устанавливать. Сносил систему. Так, закрыть. Закрыли. Так, дальше у нас там идет патч. 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 Запускаем его. Так. Ни хрена себе. И что нажимать? Наверное, патч надо нажимать. Оп. Что он там написал-то? Это что-то пум-пурум, пум-пум-пум. Пам-пам-пам, окей, что-то там закрыть. Наверное, все, я думаю. Дальше вот это устанавливаем. Так. Принимаем. Пам-пам-пам. Давайте тут напишем какой-нибудь, я не знаю. По-моему, надо по барабану какой писать. Напишем такой. Прочитает точечкой вот так вот, посмотрим, его проглотит, не проглотит, с адресом, то есть не знаю, как бы, пишите свой там или какой-нибудь, может другой, можно, я не знаю, проверяет там продукт или что он там с ним делает, то есть попробуйте с адресами уже сами тут намутить, точно не могу сказать. У меня когда-то там была такая почта, как бы. Ввожу ее, там сам в этой почте не появляюсь. Регистрирует продукт, я так понимаю. Тоже тут папочки, ничего не меняется, все автоматом. Инстал. Сейчас проверим, будет работать, крякнется он, не крякнется. Ссылочка, еще раз напоминаю, будет под видео. Будет ссылка тут бобитовская. По укороченной ссылке, как заходить, смотрите в группе, прям сверху. Репостнул я специально там видео. Заходите, смотрите, как заходить. Ничего не бойтесь, там просто заходите по этой ссылке в верхнем правом углу. Ждете 5 секунд, там идет отсчет времени. Нажимаете пропустить рекламу или что-то там, или перейти, и все, вам сразу там врубится. Так, финиш. Какую-то ерунду выпнул. Ну, давайте попробуем сейчас что-нибудь открыть, например. Фотошопом. Так, ну давайте вот с Хаммера. Так, тут Offroad. Давайте вот, например, откроем с Offroad. Пум-пум-пум. Любую, например. Бум. Буй, Offroad. Это должна быть, наверное. Ну вот, наверное, вот это. Ребята, вроде все тут у нас заводится. Все, ничего он не требует, ничего он не просит. Вот мы попали, пожалуйста, Hammer вам Offroad. Photoshop завелся. Пожалуйста, вам текстурочка. Можете тут все делать как надо, как не надо. Ему надо потихонечку учиться. Я тоже раньше ничегошечки не умел. Смотрите видео, уроки, качайте программы. Пожалуйста, еще раз. То есть можете тут заниматься фотошопом. Также
выложу, наверное, программку. Вот видите, Paint у меня еще тут присутствует. Как бы тоже необходимая вещь, если вы тут начинаете ковырять машинки. То есть все тут тоже будет чуть позже урок, будет ссылочка на него. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу. Группу Spintires Driver 51 Rus. И еще будем кататься на картах, будем выкладывать карты, которые ребята делают. Будем делать на них обзоры. Со стримами пока не знаю, что там как. То есть поглядим. Если там какие-то проблемы, вопросики возникают, пишите. Не говорю точно, что... Точно не говорю, что буду отвечать, но по возможности, если могу чем-то помочь, и будет время, особенно будет время вот это вот, то постараюсь, но не факт, как бы, что пишите, как бы, писать пишите, что-то не нравится, пишите, нравится, пишите, пишите прям в личку, то есть в группе. По вопросу ответить смогу, кому-то отвечаю. Люди адекватные, если адекватные вопросы не задалбливают там миллионами вопросов. Привет, как дела, братан, чё как, ну ты где и так далее. Естественно, люди будут лететь в бан тупо, или я просто не буду отвечать, или буду просто банить. И в группе буду банить, в одной, в другой, у себя и так далее. То есть адекватные вопросы, если есть, если я знаю на них вопрос, ответы, как бы, или, например, есть свободное время, а свободного времени, сами понимаете, ни хренашечки никогда нет, потому что элементарные там обзоры, загрузки, конверты, машины те же самые, плюс еще надо что-то где-то и поиграть, и проблемы в плане оборудование на компьютере, периодически всякие жопы, скажем так, вылазят. Вот. Поэтому подписывайтесь, ребят, на канал, смотрите видео. Будет возможность помочь, поможем. У вас будет возможность нам помочь. Помогите, пожалуйста. Если видите, что у нас есть какие-то косяки, есть у вас свободное время, есть возможность помочь, пишите, помогайте. Будем рады с вами сотрудничать. То есть, с прибольшим удовольствием. Так что, всем пока. Всем удачки. Пока-пока.